силуэтом таинственным по дороге той волшебной, единственной. И пойду я за тобой вдаль манящую, неизвестную и пьянящую. Пролетишь звездой горящую. Захочу я, чтоб была настоящая, чтобы сбылись для тебя все желания, сократив наших дней расстояния. Ой, а доктор, это больно? Неприятно, но терпимо. А вы меня резать будете? Успокойтесь, никто вас резать не будет. Если вы будете меня резать, то я уйду. Вы, главное, не дергайтесь, а то я вам больно сделаю. Ой! Послушайте, вот иголка воткнется слишком глубоко, и тогда придется резать. Все, доктор, даже дышать не буду. Только не режьте. Даша? Да? У тебя дежурство закончилось 10 минут назад. Паковать вещи и на море. Сейчас, сейчас. Только со швом закончу и иду. Что здесь? Рваная рана бедра, артерия не задета. Когда вернешься к нам? Через 2 недели. И уже врачом? Угу. Ну, если госа не завалю. Я шучу. На неделю куда-нибудь с Андреем рванем, а потом еще неделю на подготовку. А вот швы можно и поровнее. Поработай над этим. Поняла. Ой! Извините. Слушай, это смешно, да. Андрюх, я буду скучать по тебе. А ты по мне будешь скучать, признавайся? За 2 недели заодно отдохнешь от моего занудства. О, нет. Ты единственный зануда, которого я терпела и буду терпеть еще, видимо, очень долго. Ты мне лучше расскажи, какие у тебя планы на отпуск. Что, будешь сидеть в пещере? Смотреть свои любимые сериалы. Держи. Очень заманчиво, но нет. А что так? Поедем с Дашей куда потеплее. Слушай, здорово. Здорово. У вас так все серьезно, да? Какая романтика. Ты и она. Типа того. А если она тебе надоест, ты мне позвонишь? Лера? Не надоест. У меня с ней все серьезно. О! Давай. Держи. Андрей, можно тебя на минутку? Да. Твое заявление на отпуск. Не подписано? Нужно, чтобы ты срочно летел в Карелию в командировку. И насколько срочно? Послезавтра. А что случилось-то? Помните то место? Старый рудник на Выге. Его 10 лет назад законсервировали и закрыли. Вот только не говорите, что 10 лет он простоял закрытый, а 2 недели потерпеть не может. Не может. Потому что рудник собираются открыть для туристов. И скоро туда приедет целая комиссия. И сам понимаешь, что если их что-нибудь клюнет, в общем, зайдешь в бухгалтерию, там билеты, суточные, бронь и все такое. Да, нежданчик. Андрюх. Привет. Привет, солнышко. Как дела? Хорошо. Что делаешь? Практикуюсь. Ужин на столе. Спасибо. Даш. Ага. А это кто? А, это курочка, Андрюша. Она что, из Чернобыля? У нее 4 ноги. У меня экзамен скоро. Ну что, мне же надо на ком-то практиковаться. Здорово. Приятного аппетита. Спасибо. Ань. Даш? А? Слушай, у меня есть потрясная идея. Какая? А давай наш отпуск проведем в Карелии. Ты была когда-нибудь в Карелии? Знаешь, какая там красотища?
А давай на море, Андрюш, как и планировали. Да ты что, это же речки, сосны, лес. Комары, тайга, геологическая романтика. Давай на море. Солнышко, на море не получится. Почему? А что случилось? Мне отменили отпуск. А как же море? Пожалуйста, поехали. Я буду комариков от тебя отгонять. Честно, прошу тебя, давай вместе проведем это время. Андрей, я умоляю тебя, пожалуйста, никаких лодок, никаких речек. Я плавать не умею. Я обещаю, никаких речек и никаких лодок. Пешком. Ну. Сюрприз. Лера. Привет. Ты что здесь делаешь? Решила с тобой поехать, как говорится, дружеский десант. Спасибо, мне очень приятно, но не стоило. Да ладно, не переживай ты так. Будет весело. Помнишь, как мы с тобой практику в Карелии проходили? Меня, правда, отпускать не хотели. Пришлось взять отпуск за свой счет. Кстати, ты палатку взял, я просто свой не стала тащить, а? Лера. Что? Привет. О, Даша, привет. Кажется, наша. Пойдем. Слушай, что делать-то? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Надо Дашке рассказать. Ну что? Едем? Даш, слушай, тут такое дело, не получится по суше добраться. Почему? Там мост обрушился. Точнее, начал обрушаться, его закрыли на 5 дней. Так что единственный путь к руднику только по речке. Я же просила. Я помню. Но это сейчас не от меня зависит. Ребят, так давайте это так поступим. Мы с тобой вдвоем сплавимся, а Дашка в гостинице посидит. У вас же там вроде еще 4 дня оплачено, а? А 4 дня остальные мы пройдем вместе. М? Может, мы за 3 управимся, а не за 4. М? Я с вами. Даш! Уже все приготовил? Посмотри в моей сумке, где обычно. Угу. Здесь твои документы и деньги. Повесь на шею, спрячь под одежду, хорошо? Алерка хорошо знает, что и куда ты обычно кладешь, да? Ну да, что здесь такого? Не, ничего. Андрюш, у тебя куча места в гермосумке. Можно я туда свои вещи сложу? Да, конечно. Спасибо. Так, держи. Это зачем? Так нужно по технике безопасности. Надевай. Что-то мне все меньше и меньше это нравится. Так. Все будет хорошо, слышишь, солнышко? Посмотри, речка спокойная. По порогам мы не пойдем. Переночуем в поселке, а завтра днем уже будем на месте. Все будет хорошо. Андрей, нужно отходить уже. Да, идем. Thank you.
Даша, Лера, идите сюда быстрее. Чего? Смотрите. Ох. Это чьи, медведи, что ли? Ага. Ничего себе, Мишка. Подождите, он что, здесь рядом? Да нет, он уже давно ушел. Не переживай. Судя по земле, он еще здесь утром проходил. Ну да. Пойдем. Грейся у костра, хорошо? Мне теперь будет казаться, что он следит за нами. Кто? Медведь. Да нет, здесь никого. Лучше помоги мне, пожалуйста, картошку почистить. Давай. Я через минутку вернусь. Держи. Сейчас тебе такую смешную историю расскажу. Мы как-то с Андреем в лесу дикий малинник нашли. Ага. Сидим, значит, ягоды едим. Вдруг слышим какой-то шорох за кустами. Андрей меня за коленку вот так оп и говорит: смотри, смотри. Я смотрю в просвет между кустами, а там медведица с медвежатами ягоды едят, представляешь? Мы так испугались и давай ползком оттуда. Еле ноги унесли. Да, чего у нас только с Андреем не было? Развлечения заказывали. Опа! Да. А у нас же Андрей на факультете звездой был. Угу. Пел лучше всех. Правда, что-то забросил. Андрюш, давай, может, сейчас что-нибудь из своего собственного? Да, было дело. Давно уже ничего не сочинял и вообще гитару лет 8 в руки не брал. Но после того, как тебя встретил, я кое-что сочинил. И хотел бы тебе это исполнить. Но тут самое подходящее место. Посмотри, какая ночь выдалась. Я хочу, чтобы этой ночью ты привиделась. Обниму и зацелую нежную. Подарю тебе цветы снежные. Подарю тебе цветы снежные. Те, которые я сам выдумал. Собирал их для тебя с нежностью, чтоб порадовать мою милую. Мы одной реки одиночества. Из невесты ты женой моей станешь. И на палец твой кольцо, как пророчество, я надену, и в любви ты растаешь. Браво! Браво! Спасибо. Но это еще не все. У меня к песне есть дополнительный подарок. Вот. Это вольфрамовое колечко. Оно почти вечное. Красивое. Выходи за меня. Здорово. Такое ощущение, как будто кто-то наблюдает за нами. Перестань. Черт, палатку снесло. Ребят, сейчас ливанет. Да, бегом вещи из рафта. Ага. А я укреплю палатку. Хорошо. Держи! Андрей! Андрей!
Саша! Я не смогла! Андрей! Андрей! Стой! 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 Андрей! Ее уже не спасти! Андрей! Саша! Все! Андрей! Андрей! Даша! Все! Даша! Все! Андрей, ее уже спасти! Андрей, прости! Ничего нет. Если не нашли, значит, она еще жива. Обыскали все дно, сильное течение. Шансов ноль. Ее, наверное, унесло. Это я во всем виноват. Ты не виноват, слышишь? Никто не виноват. Отчет по 20-й шахте мне не нравится. Уровень селена аномально высокий. Ну, значит, они наткнулись на сульфидные месторождения. Нужно будет завтра проверить отчеты по соседним шахтам. Может, удастся определить его границы. Да, отлично, так и сделаем. Хорошо. Все, счастливо, спасибо. Все. Андрей! Здрасте. Здравствуй, Лена. Привет. 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 Как ты? Хорошо. Как прошел твой день? Хорошо. В кино пойдем? Угу. Такой фильм скучный был, грустный. Лучше бы мы на комедию пошли, да? Угу. Кстати, я сегодня была в том ресторане за городом. Там так красиво, сказали, что все цветами украсят. Как раз на 140 человек. Единственное, меня пугает, вдруг дождь пойдет. Ну, еще есть время, можно найти зал в помещении. Нет, не хочется летнюю свадьбу в помещении, как ты думаешь? Не знаю. Ну, вот я тоже не знаю. Еще нужно что-то с музыкой решить. Предлагают два варианта. Классику, джаз, ну это же так скучно. У меня товарищ, кстати, в рок-группе играет. Хочешь, могу его попросить? Нет, давай только не это. Лера, mm-hmm. Иди сюда. Что? Смотри, это Даша. Ну, есть что-то общее. Но ты же сам знаешь, что это не Даша. Послушай, это находится в 10 километрах от того места. Тело так и не нашли. Значит, Даша может быть жива. Андрюша, послушай, сядь. Я понимаю, что ты очень хочешь, чтобы она была жива. Но ты не виноват, слышишь? Да, может быть, там с определенного ракурса есть какое-то сходство, общая мимика. Прошло 2 года. Можно жить дальше. М? Да, пожалуй, ты права. Thank you.
Андрей. Что случилось? Ты куда? Прости, не хотел тебя разбудить. А что происходит? Лер, я не смогу так дальше жить. Ходить на работу, жениться, зная, что где-то там есть Даша. И, возможно, она жива. Андрей. Послушай, я не смогу не думать об этом. Мне нужно лично убедиться в том, что эта женщина не Даша. Иначе я просто не смогу себе простить это. Андрюш, я понимаю, что тебе тяжело, но у нас же через 2 недели свадьба. Нужно столько всего решить. Ты когда собрался? Прямо сейчас. Самолет в 6 утра. Сейчас? А со мной можно было это как-то обсудить? Лер, чем раньше мы с этим покончим, тем будет лучше. И для тебя, и для меня. Хорошо. Хорошо, я с тобой поеду тогда. Не нужно. Это лично моя история. Я должен сам в ней разобраться. Хорошо. Как доберусь, я дам тебе знать, ладно? Угу. И если что-то узнаю. Андрей! Андрей! Лера, привет. Я добрался, все хорошо. Целую. Доброго дня! Вовремя ты подоспел. Как звать? Андреем. Иван Захарович. Очень приятно. Но меня все Захарычем кличут. Еще немного и сам свое имя забуду. А чего это я тебя раньше здесь не видел? Да я только приехал. Иван Захарович, не подскажете, где я могу найти их? Знаю. Его тут все знают. Паромщик, звать Семеном. Он тут недалеко живет, сосед мой. А это вот как раз на фотографии Семенова жена Анька. Анька? А где я могу найти этот паром? О, ясно где. Вот сейчас пойдешь по этой улице, все время прямо, выйдешь к реке, и там у нас как раз причал. Хорошо, спасибо. А по поводу жилья не подскажете, у кого можно снять? Ну, это если дачный вариант, без удобств, то это в каждой второй избе можешь даже у меня жить. А ежели по городскому, то это к Семену опять же. Он какой-то зажиточный, этот Семен? Да у него не только паром, еще и строительная бригада своя. В общем, не бедствует. Понятно. Вот мы с тобой сейчас картошку перетаскаем, и я тебе адресочек напишу. Хитрый ты, Захарыч. К Семену? Нет. То есть, да. А вы, простите, Даша? Нет, Аня. Жена Семена. А, извините. А где я могу Семена найти? Он на пристани, возле парома. Thank you.
Здрасте. Здрасте. Семен? Ну? Можешь свозить на тот берег и обратно? А ты что видишь-то? Да ничего, только сумка. Нет, я порожняком не поеду. Я не катамаран. А за двойную цену? Двойную, говоришь? Угу. Ну, давай, заходи. Только быстро. Я ждать тебя не буду. Одна нога здесь, другая там. Понял? Тихо плывет. Идет. Идет. Много заказов за день? По-разному. А содержать сложно? Ничего сложного. Зимой мотор снял и все. Я смотрю, ты не очень разговорчивый, да? А я смотрю, ты зато слишком разговорчивый. Мне тут рекомендацию дали, что у тебя жилье можно снять. Хорошо, заплачу. Я в свой дом чужих людей не пускаю. Ни за деньги, ни бесплатно. Хорошо, давай знакомиться. Меня Андрей зовут. Я геолог из Москвы. Ну? В Карелии часто бываю по работе, а сейчас так просто для себя. Вообще-то у меня свадьба через 2 недели. Только вот боюсь, что поступлю неправильно. Потому что до сих пор другую люблю. Вот решил уехать куда-нибудь подальше, в спокойное место. Посидеть, подумать. Решить, как и с кем мне дальше жить. И вообще, нужен ли я той другой девчонке? Может, у нее же другая семья, другая жизнь. Дело. Встречаемся через час. Миша, срочно Нину фельдшера зови. Кто тебя дал? Я сам. Что, и к лошади тебя привязал сам? Все сам? Да цыгане это! Разойдитесь, расступитесь. Тихо, тихо, тихо. Это Витька с цыганами что-то не поделил. Сильных как-то обидел. В смысле? Это у них наказание такое. Нина, жить будет? Жить-то будет, но пару недель проваляется. Черт! Легче будет. Кто мне колодцы чистить будет? У меня 5 заказов горит. Я могу его заменить. Я геолог, про колодцы все знаю. Только эти жалобы мне платить не буду, геолог. Зато будешь жить у меня на летней кухне. Бесплатно. Давайте, поднимайте. Идет? Давайте, давайте. Конечно, идет. Ну, смотри. Давай, проходи. Садись, не стесняйся. Здрасте. Это Анечка, моя жена. Мама Наталья Серхиевна. Андрей, геолог. Угу. Мам, человек из Москвы приехал. Из Москвы? Будем знакомы. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, Наталья Серхиевна. Зовите меня просто мама. Извините. У меня отец был священник. Он меня даже хотел Неонилой назвать. В честь великомученицы. Мама его еле-еле отговорила. Хорошо, просто мама. Угу. Я вообще не здесь живу, у меня есть свой дом там через дорогу.
Ну вот прихожу к ребятам помогать. Хозяйство большое. Невестка не совсем справляется. Спасибо, что пригласили на ужин. Мне очень приятно. Я хотел спросить насчет сегодняшнего случая. Цыгане часто такое делают? Да нет, редко. У нас здесь золотой рудник был, его закрыли. Так, 1-2 раза в год что-то находим. По мелочи в госконтору носить невыгодно, а цыгане с удовольствием все выкупают. Понятно. Да. У вас очень хороший дом. Добротный, крепкий. Да, надежный. У нас еще хозяйство свое есть. Небольшое, но свое. Пара коз у нас есть. Овцы. Корова есть. А Андрею про это неинтересно. Он из Москвы. Расскажите-ка нам лучше про столицу. Со мной можно на «ты». Хорошо. Красная площадь большая. Что случилось? Да ну вот, палить хотела. Это сволочь переехал. Давайте я вам помогу. В смысле? Ну, спасибо, Андрюшенька. А то на этих сволочей шлангов не напасешься. А зачем вы его тянете? Я же тебе говорю, хочу палить. Огородик у меня там. Ну, не ведрами же таскать, когда у Семена водопровод. Ну да. А где Семен? Вот тут берег уехал. Тьфу ты, прости, Господи. Ну все. Можете пользоваться. Не страшно. Пусть есть кто угодно. Ой, спасибо, Андрюшенька, удружил. Наталья Стери. Просто мама. Наталья, давайте я вам почищу ваш старый колодец. Бросите туда насосы, не нужно будет таскать. Не надо трогать мой колодец. Мы вообще его засыпать хотим. И водопровод провести, как у Сёмы. А. Привет. Привет. А тебе имя Даша. Случайно не знакома? Нет, не знакома. А где ты жила до того, как познакомилась с Семеном? На том берегу. А где твои родители? Тебе какая разница? Велосипедиста сбила машина. Он был в шоке. Пытался все время уйти. А ты настояла на том, чтобы его отвезли в больницу. И заставила в скорую положить его велосипед. Хотя это было не положено. А потом всю дорогу держала мою руку. Не понимаю. А что, если где-то там тоскуют по тебе твои родители? Твои друзья? Что, если где-то там тебя ждет другой твой парень? Хватит. Даша, Ань, прости. Я не имел в виду ничего такого. Да я не знаю никакой Даши. Хорошо, я понял. Я просто хотел помочь тебе. Хотел помочь? Да. Почисти загон. Хорошо. Твою. Будет сделано. Анечка, чайку принеси. Можешь помочь? Не надо, она сама справится. Андрюх, может? М? Не, спасибо, я чай. Да, давай. Угу. Чай? М.
Андрей, ты же геолог из Москвы. А чего там копаете-то? Я геолог-разведчик. Ну, точнее, был он. И вообще мы в городе мало времени проводим. В основном в таких местах, где людей вообще нет. Так про вас песни сочиняют. Ну да. Я, кстати, и сам сочиняю. Ну да, в экспедиции холодно, грязь, кругом ни души. А так он взял гитару, спел и вроде согрелся. Так у меня гитара отличная. Я покупал, чтобы сам играть, а руки так и не дошли. Могу? То. Аню, принеси, а. Обниму и зацелую нежную, подарю тебе цветы снежные, подарю тебе цветы снежные, те, которые я сам выдумал, собирал их для тебя с нежностью, чтоб порадовать мою милую. Мы одной реки одиночества, из невесты ты женой моей станешь. И на палец твой кольцо, как пророчество, я надену, и в любви ты растаешь. Вот так. Неплохо. Да. Очень неплохо. Видишь, как и швец, и жнец, и на дуде игрец. А я где-то эту песню слышала. Может, по радио? Может, по радио. Мы пойдем? Идите, идите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Иди, Анечка, я сама потом все уберу. Андрюшенька, вы, наверное, устали? Столько впечатлений за день. Да, я тоже, пожалуй, пойду. Спасибо за ужин. Здоровья. Привет, Лер. Да, это Даша. Только она ничего не помнит. И меня тоже не помнит. Ну, конечно, у нее здесь уже другая жизнь, другая семья. Думаю, пусть все так и останется. Ну да, ну да. Милый, мне очень жаль. Но поверь, все, что не делается, все к лучшему. Я, правда, единственная рада, что ты больше мучиться не будешь. Ты когда уже в Москву обратно? Не скучай. Через 3-4 дня буду дома уже. Целую. Да, и я тебе тоже. Ah! Ah! Ah!
Андреем беда. Трос порвался. Черт. Живой? Я не знаю. Крови очень много. Ой. Скорее. И как там, живой? Нормально. Руки, ноги целы? Да нет, здесь сил мягкий. Только руку повредил немного. Крепи ее. Скажи, когда будешь готов. Понял. Ну? Готово. Ага. Давай. Давай руку. Рука, осторожно. Тихо, тихо. Ой. Прям как в больнице. Спасибо. Так. Где так рано научился обрабатывать? Не знаю. Так. У меня есть знакомый медик. Так она шить тренировалась на куриных окорочках. Глупость какая. Я серьезно. А если серьезно, откуда ты знаешь? Раз, три, а я с другой стороны озера. Ты там был? Да, один раз. Там, кажется, тоже поселение. Да. Так ты там родилась? Я не помню. Я сирота. Маленькая была, ходила, по добрым людям побиралась. Потом подросла, воровать стала, пока не проучили. По голове так дали. Вот. И после этого ничего не помнишь? Ого. Меня Семен подобрал. В свой дом привел. Обогрел, обул, одел. В общем, мне с ним повезло. Это он рассказал о твоем прошлом? Да. Ну, нет, больше мама. Ты любишь Семена? Он мой муж. Нет, я другой спросил. Неприлично замужним женщинам такие вопросы задавать. Прости, не хотел тебя обидеть. Угу. Анечка, ты скоро? Да, да, я уже собираю. Ну, зайдешь потом ко мне на кухню? Угу. Могу? О, кого я вижу. Проходи. У Семена живешь? Да, на летней кухне. А как рука? Да ничего, царапина. Ты заходи, заходи. Вот, с одного дерева. Только пока не решил, на продажу или на варенье. Я к вам поговорить пришел. Садись. Так что у тебя за дело? Я про Аню хотел спросить. Давно она у вас в деревне появилась? Не помню. Может быть, года два назад. Сначала тихая такая была, из дома не выходила, а потом чего, осмелела. Всякие слухи у нас ходили. А что за слухи? А ты чего такой любопытный? Глаз на нее положил. Грех на чужую жену. Да в том-то и дело, что она не чужая, она моя жена. Вот это новость. Что-то ты долго шла. Задержалась немножко. А где Андрей?
Не знаю. Я же не слежу за ним. Ну что, дебилка? Мало того, что ты без рода, без племени, так у тебя еще и совести нет. За что? Я тебя 2 года вот из этой самой ладошки кормила. И что, это такая твоя благодарность? И что я сделала-то? Еще не хватало, чтобы ты что-нибудь сделала. Что, мерзавка? Москвич появился и поплыла? Ну, скотина неблагодарная. Ладно. Ну ладно. Ну что ты? Ну что ты расклеилась? Ну ты же знаешь, как я тебя люблю. Давай мы так договоримся. Ты не будешь меня расстраивать, а я ничего не скажу Семену. Ладно? Ты, главное, помни, из какой помойки он тебя достал, что ты без него никто и ничто. Да? Славная девочка. Тонкое это дело. Потихоньку нужно. Маленькими шажками. Да какими шажками? Когда ее свекровь тенью за нами ходит. Куда мы, туда и она. Ты только с Натальей не ссорься. Крутой нрав у бабы. Да это я уже понял. Может, мне их в покое оставить? Семен вроде мужик неплохой. Да, возможно, Даша его не любит, но свыклась за это время. Да и он хорошо к ней относится. Тем более, другой жизни она и не помнит. Может, она здесь будет более счастлива, чем со мной. Аня, ну-ка, пойди глянь, кто там? Нормально. Аня, иди поставь чайник. Старатели. Здрасте. 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 Мы со старого прииска. 2 месяца там просидели. Ну, нашли что-нибудь? А то. Давайте показывайте, что у вас там. Сейчас. Вот. Красота. Небось, не видел такого, да? У нас таких туристов тут много, правда, в основном пустые уходят. Сколько? Угу. А я могу посмотреть? Вроде настоящий. Эй! Ты... Это что? Вот что. А! Сволочи! Стоять! Или полицию вызывать будем. Ну? За спасителя наших денежек. Видно, ребята очень опытные. Могу поспорить, у них и переносная печь с собой есть. А для веса вкладывали свинец. Они брали обычный кусок глины, обжигали его, чтобы не крошился. А вовнутрь вкладывали свинец для веса. А это золото. Брали настоящее золото, переплавляли и покрывали им глину. Один такой самородок стоит больше, чем их вложение. Теперь понятно, что с Витькой случилось. Помнишь, он покупал это золото у каких-то туристов? А, да-да-да. А этих
жадность загубила. Взяли настолько большой кусок глины, что им потребовалось вложить 2 куска свинца. А как ты определил? Когда они обжигали глину, 2 дробины сместились в 1 сторону. А что должен уметь каждый геолог? Распознавать однородность руды. Здорово. А видишь, тут золото другого цвета. Ага. Им, видимо, не хватило золота, и они переплавили чье-то колечко. Колечко? Да, там ювелирный сплав есть. Андрюх. Семен, что случилось? Слушай, можешь посмотреть, а? Вот. Что это? Так. Это железистый перит. Ага. Не золото? Не золото. Черт. Остальное? Остальное золото. Все, спасибо, ага. Доброе. А где Семен? На пристань пошел. А мама? Не знаю, я сегодня еще не видела. Может, помочь чем-то? Нет. Спой эту песню, пожалуйста. Конечно. Даже с удовольствием. Посмотри, какая ночь выдалась. Я хочу, чтобы этой ночью ты привиделась. Обниму и зацелую нежную. Подарю тебе цветы снежные. Подарю Поворотте! Тебе цветы. Я, конечно, прошу прощения, что прерываю. Аня! Да? Подойди ко мне, ты мне нужна. Иду. Кажется, мне тоже пора. Я за Андреем. Меня Семен послал. Он срочно нужен. Лови. Спасибо. А сегодня вторник? Кажется, да. Угу. На тот берег поедем. Зачем? Узнаешь. Сейчас пойдем на тот берег. Все, что ты увидишь, должно остаться между нами. Договорились? Ладно. Ладно? Ладно. Это Андрей. Мой помощник заменяет Витьку. Ты моя хорошая. Анна. Где дети? Муж увез к бабушке. Пойдем, давай. Эй, давай. Зачем? Ну что, соскучилась? Хватит меня смотреть. Да. Нет, не брал. Тут обстоятельства изменились. Лер, я перезвоню позже.
Вы детей-то с Анькой собираетесь заводить? Я тебя люблю, только тебя. Я не об этом спросила. Если бы ты замуж не вышла, я бы сейчас с тобой жил, а не с ней. Да я не об этом тебя спросила! Да что ты начинаешь-то? Не, ну... Да мне плевать, какой ты дом для меня построил! Я от мужа не уйду! Почему, а? Да потому что! Что люди скажут! Ах, люди скажут? Да! Да я тебе 20 лет хожу, все знают! И твой олень тоже знает! Не смей так про него говорить, козел! Козел? Это я козел? Пойдем, а? Анька у меня такая, своенравная, с характером. Мы со школы с ней знакомы. Я в армию ушел, а она не дождалась. Замуж выскочила. Это что, с тех пор так и встречаетесь? Уже 20 лет встречаемся. Не хочет она от мужа уходить. А как же Аня? Я думал, ты ее любишь. Ань здоровая, молодая. Хорошая жена. Да и маме по хозяйству помощь. Ну, ты понимаешь. Не очень. У самого две бабы в Москве. От одной к другой бегаешь. А мама знает про вторую женщину? Да знает она. Не нравится ей Аня. Она хочет, чтобы у меня нормальная семья была, свои дети. А у Аньки еще характер такой. Ну ты видел. Своенравная. Ой, ладно, все. Ну, что решил, уезжаешь? Наоборот. Нет у них никакой любви, Семенов. У него, оказывается, другая баба есть, на том берегу. И Даша прекрасно об этом знает. Как знает? Вот так знает, куда он ездит по вторникам. Ну, смирилась или боится, что Семен ее выкинет? И Даша его не любит. Живет с ним, потому что думает, что это правильно. Потому что думает, что ей некуда идти. А ей как раз есть куда идти. Тихо ты! Не горячись, не горячись. Даша у них как бесплатная рабочая сила. Причем не у него, а у его мамаши. Знаешь, а ведь Даша твоя не первая такая у Натальи. Лет 10 назад была одна девушка совсем молодая. Наталья говорила, племянница. Но цыковыха. Ни сестер, ни братьев у Натальи нет. Откуда ж тогда племянница? И куда девалась эта девица? А кто его знает? Пропала в один день, и все. И с концами. Надо Дашу спасать. Черт. И в полицию не обратишься. Ну. Я знаю. Нужно ее саму в этом убедить. Пойдем со мной. Куда? Я в лесу мясо оставил. Двух медведей завалил. Под собой один не управлюсь. Давай, пришвартовывайся. Ага. Отличное место. Здесь медведи любят летом кормиться. Природа охрана сюда не добирается, потому что тяжело. Только по реке можно. Ты браконьер? Нет, я охотник. На медведя хожу. Черт. Какое знакомое место. Такое чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Перестань.
Семен видел нас. Он видел нас даже ночью. Когда? Сегодня? Да ты что, порешил его, что ли? Да нет, не сегодня, 2 года назад. Семен убил медведей. Он привез меня в свой схрон. Это именно то самое место, где она пропала. А ты уверен, что он вас видел? А вдруг он это сделал специально? Вдруг он похитил Дашу и теперь пытается мне намекнуть на это? Ведь это именно то самое место. Ты помнишь, я тебе говорил про молодую девушку. Так я поспрашивал в администрации, никто не знает, куда девчонка пропала. Сведений об убытии нет. Я помню одну деталь. У Натальи во дворе есть старый колодец. Но воду она таскает все равно от Семена. Я предложил ей его почистить, а она ни в какую. Может, неспроста? Так ты думаешь, пропавшая девушка там? Не знаю. Но Наталья сегодня осталась ночевать у Семена. Я хочу знать, что в этом колодце. Эй, долго еще? Нет, уже скоро. Захарыч! А? Я что-то нашел. Богородица Пресвятая. Давай, давай. Давай. Смотри. Волчий паспорт. Что? Справка об освобождении. Сидела Храбрых Наталья Стерихиевна. За убийство сидела. 105-я часть. Первая, 8 лет. Это кого она убила? Когда они здесь появились, вот, люди говорили, что она мужа убила. Слухам я не верю, но, видать, правда. Держи, Захарыч. Поэтому она не зря просит себя мамкой называть. Тюремная привычка. Во! Она! Та самая племянница, что пропала. Все-таки была девушка. Смотри, Захарыч. Это моя Даша. Заходи. Семен тебя не видел? Нет. Он шкуру чистил, теперь спит как убитый. Хорошо. Ты мне что-то показать хотел? Да. Помнишь, я тебе рассказывал, что у тебя была другая жизнь? Помню, да. И что? Вот. Мы это нашли с Захарычем в колодце Натальи. В каком колодце? В том старом, что ли? Да. Москва. Да, Москва. И кто я там в Москве? Ты доктор Даш. Теперь ты мне веришь. Ты понимаешь, что в словах Натальи не было ни капли правды, кроме того, что тебя ударили по голове. Возможно, погоди. Они это и сделали. Подожди. Подожди, нет. Слишком быстро. А ты? А я твой жених. Мы собирались пожениться, и я сделал тебе предложение. Вот. 2 года назад ты пропала без вести. Я наконец-то тебя нашел. Видишь, как раз в пору. Я ничего не понимаю. Я не помню. Я Москву не помню. Я тебя не помню. Я ж никакой другой жизни, кроме этой, не знаю, что мне делать. Ты просто разреши мне тебя забрать. В Москве очень хорошие доктора, они быстро вылечат твою амнезию. Все будет как раньше, я тебе обещаю. Подожди. Нет. Мне надо подумать. Подожди. Нет времени думать.
была еще одна девушка. Мы нашли ее паспорт. Захарыч сказал, что она 10 лет назад пропала. А Наталья сидела за убийство. Черт знает, что они могли с ней сделать. Ты в опасности, ты это понимаешь? Ты хочешь со мной уехать? Хочу. Хорошо. Иди ко мне. Дай мне время до завтра. Утром мы уедем отсюда. Да. Андрюша? Да-да. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, привет. Лера? Андрюша, у тебя очень симпатичная жена. Мы уже с ней познакомились. Лерочка, заходите хорошо, к нам потом. Хорошо. Пойдем, не будем мешать молодым. Пойдем, пойдем, пойдем. Ты что, меня совсем забыл? Ты почему мне не звонила? Перестань. Я сама решила приехать. Слушай, я уже билет купила на обратную дорогу. Поехали домой, а? Лер, постой. Что? Не все так просто. Что не так просто? Как так? У нас через 4 дня свадьба. Послушай, возможно... Возможно, никакой свадьбы не будет. Как это не будет? Подожди, как же наша любовь? Да нет никакой нашей любви, Лера. Я тебя люблю, Лера. Андрей. Я тебя люблю! Я знаю. И я это ценю, поверь. Я бы, наверное, умер, если бы не ты. Ты просто меня никогда не любил. Тебе вообще всегда было плевать на меня. Ты просто позволил мне быть собой из-за благодарности. Все. Лера, нет. Я бы не смог так. Нет, Андрей, со мной так нельзя. Но это же моя Даша. Какая твоя Даша? Она не помнит тебя и видеть тебя не желает. Это ты! Ты за ней убиваешься! Лера! Что мне все это хотел сказать за 4 дня до свадьбы? Лера! Андрей! Не будет никакой свадьбы. Андрей, подожди! Лера! Андрей, да подожди! Андрей, подожди! Андрей! Андрей! А это мы еще посмотрим. Даша, я много чего тебе не рассказал. 2 года слишком большой срок, очень много поменялось. Не хочу тебя больше слушать. Пожалуйста, послушай. Руку убери. Что я тебе такого сделала? Кому мне теперь верить? Тебе? Так у тебя жена молодая, красивая. Она не жена мне, ясно? Или семье. Так ты мне про них такого наплел. Я теперь боюсь. Дай мне объяснить. Нет. Что думал? Дурочку себе деревенскую нашел. Жених. Даша! Вы Семен? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лера, я жена Андрея. Очень приятно. У меня к вам есть весьма деликатное дело. Какое? Вы можете как-то повлиять на свою жену Аню? А зачем? Ну, что ходить вокруг да около, вы же сами все видите. Я вас не понимаю. У нее роман с моим мужем. С чего это? С чего, с чего? Я не знаю. Девочка, наверное, в Москву очень сильно захотела. А Андрей, понимаете, он же романтик такой, он же скромный. А она наверняка его еще убедила, что ее нужно спасти, а он как рыцарь в доспехах. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Запри ее. Пойдем со мной. Зачем? Узнаешь.
Куда? Андрей! Андрей! Лера! Господи! Пойдем, поможешь мне. Что я наделала? Мужчины сами разберутся. Иди, иди. Что у тебя с моей женой? Это моя невеста, и зовут ее Даша. Пусть даже она этого не помнит. Ты даже не отрицаешь, что ее зовут Даша. Вообще-то у нее документы с собой были. Почему вы не сообщили в полицию, что нашли человека? Не было никаких документов. Давай. Давай ее сюда. Вот так. Все. Иди. Иди, я тебе сказала. Все обшарила. Документов нет. И что теперь? Да как тебе вообще в голову пришла идея поступить так с девушкой? А это не моя идея. Это все мама. Она хотела, чтобы у меня жена хорошая была. Хорошая хозяйка. Я и Аня ее назвал, потому что две Ани – это удобно. Что? Удобно? Да ты про человека говоришь, как будто новую корову купил. Ну, была ваша, стала наша. Надоело. Да я камня на этом месте не оставлю. Я все про тебя знаю, про медведей, про схрон, про золото. Не мешай мне уйти с Дашей, иначе вы с мамой сядете. Ты меня понял? Знаешь что, ты прав. Даша мне нахрен не нужна. Но тебе я не отпущу. Ты слишком много знаешь. Посиди здесь, а я решу, что с тобой делать. Что я наделала? Да успокойся ты. Что я наделала? А он его не убьет? Ну, поговорят мужики между собой. Успокойся. Ясно. Я не могу так просто... Сядь, я тебе говорю. Хорошо. Лучше водки выпей, успокаивает. Пей. Еще? Да. Еще? Нет. Вставай. Я говорю, вставай. Иди к ней. Встань. Андрей в амбаре. Я его запер. Потом решим, что с ним делать. Самое главное, медвежать у нас быть. Когда встреча? Через 40 минут. Ну, запрем их в сарае.
Посидите здесь, покуда мы не приедем. Мама, давай, нечего было путаться не со надо, своим геном, пожалуйста. Дура. Нет, подождите, а я-то тут при чем? Я жертва, ага. Отпустите меня. Ты первая к своему Андрею побежи. Эй! Эй! Должна. Мы же с тобой дружили в Москве. Ну, хоть что Даша тебя зовут, ты знаешь? Знаю, да. Ясно. Андрея любишь? Понятно. А хочешь, я тебе расскажу, как все на самом деле было. А, Даш, ты мне только помоги, пожалуйста. Может, получится развязать. Помоги. Давай. Ты была сильно влюблена в Андрея и даже пыталась его добиться, когда мы стали встречаться. Как-то мы отправились в отпуск. Ты с нами. Мы очень любим активный отдых. А ты, не умеючи плавать, полезла в рафт. Зачем он тогда меня искал? Элементарное чувство вины. Он же чуть не утонул, когда пытался тебя спасти. Его постоянно что-то мучило. Подожди. Подожди. Ведь он нашел меня. Да. Узнал, что я жива, что со мной все в порядке. Он мог спокойно уехать домой. Послушай меня. Я понимаю. Я понимаю, что он мог в тебя влюбиться. Но твои чувства – это не любовь. Это же просто какая-то прошлая одержимость. Все! А он тебе не сказал, что я беременна? А? Нет. Поздравляю. Спасибо. Смотри. А какой месяц? Третий, а что? А. Нет, просто спрашиваю. Только что видела, как ты залпом две рюмки водки выпила. Какая беременная так сделает? А это я тебе потом расскажу, когда выберемся. Ой. Смотри, здесь не глубоко, давай иди сюда. А это? Это ты мне как объяснишь? Ой! Ah!
Я не должен был уехать без тебя. Прости. Прости. Я так соскучилась по тебе. Стоять! Туда. Мама, не надо, пожалуйста. Просто отпустите нас, я клянусь, мы никому ничего не расскажем. Туда, быстро. Бегом! Пожалуйста. Сожжем их вместе с сараем. И все дела. Мам, может, не надо, а? Что ты прикажешь делать с этими голубчиками? Сожжем и забудем. Теперь понятно, что стало с той девушкой. Что тебе понятно, понятно ему. Ленивая она была, от работы шарахалась, как собака от блох. Заплатила цыганам, чтобы они ее вывезли. А то все скучала по папе и маме. Вон на Дашку надеялась, что-то не помнит ничего. Не будет ни по кому скучать и не сбежит. Как у нас все было хорошо. Мама. Как и не появился ты. Нет! Лера! Мама, стоять! Ты с ума сошла? Что мы делать теперь будем? Что делать? Свидетелей убирать. Ничего, папашку твоего замочила? И ни секунды об этом не пожалела. Руки вверх! Руки вверх! Стой! Ружье! Брось ружье, сказал! Лера! Что с Лерой? Пуля на вылет прошла, нужен врач. Скорую! Понял, понял. Полицию, скорую. Иду. Мам, все. Да уйди ты. Лера, слышишь? Мне Лера. Холодно, я умираю. Это давление падает. Мне нужно рану зажать. Будет больно. Терпи. Смотри на меня. Смотри на меня. Слышишь, смотри на меня. Прости меня, пожалуйста. Прости. Прости меня, пожалуйста. Прости. Прости. Лера. Лера, на меня, слышишь? На меня. Ей повезло, что вы оказались рядом. Спасибо. Начальник, сними браслеты, я сама пойду. Успокойся. Сними браслеты, начальник. Спокойно. Я на ручниках за ограду не пойду. Слушай, не устраивает цирк здесь, а? Я свои права знаю. Сними браслеты, падла! Сейчас заходи, заходи. Поехали, так. Что теперь с ними будет? За похищение, попытку убийства и браконьерства. Думаю, надолго сядут. Я очень рада, что я тебя вспомнила. Я тоже рад. Я вспомнила нашу квартиру. Дежурство вспомнила. И как тебя держала за руку всю дорогу, когда тебя машина сбила. Thank you.